В минувшие выходные на территории усадьбы Тимохова-Саласкина впервые проводился большой двухдневный семейный фестиваль «Мамы вместе». Создать такую площадку для отдыха на свежем воздухе и обмена опытом решило сообщество бизнес-мам города Видное. Мы объединяемся, делимся полезными советами по бизнесу, устраиваем совместные проекты. Вот один из таких проектов сегодняшний – фестиваль «Мамы вместе». «Мамы вместе» – фестиваль социально-благотворительный. Одним из главных его участников стал фонд «Подари свет», известный как организация, помогающая детям, родившимся на раннем сроке. Все, что будет собрано, да, от мастер-классов, просто доброты, да, люди могут перечислить в фонд любую сумму и помочь навязать вот такие вот красивые вязаные вещи, которые мы передаем в перинатальный центр. Фонд «Подари свет» много лет сотрудничает с Видновским перинатальным центром. На фестивале его представители подарили врачам большую корзину с необходимыми детям вещами. Те подарки, которые сегодня они подарили, будут в дальнейшем способствовать росту наших деток. Для детей была устроена большая развлекательная программа. Помимо всевозможных мастер-классов, они вместе с родителями могли принять участие в квесте, а в нем нет проигравших. Каждый участник получал гарантированный приз от партнеров фестиваля. Shoot the pirate ships. Да, задание «Стреляй по пиратским кораблям». Расшифровать послание и попасть в корабль из рогатки – одно из заданий квеста. Легенда, придуманная сотрудниками Академии иностранных языков, понравилась многим участникам. У нас есть легенда, по которой у английской королевы украли сокровища. И для того, чтобы вернуть их и забрать их от пирата, нужно выполнить ряд условий. Вот сейчас наши участники как раз активно участвуют и стреляют по пиратским кораблям, отвоевывают сокровища королевы. С интересом проходили испытания как дети, так и их родители. Все весело проводили время и через игру знакомились с видновскими организациями и их создательницами. Здесь очень интересно. Можно научиться чему-то новому, приобрести любые навыки. На фестивале «Мамы вместе» некоторые видновчане участвуют в мастер-классах или квесте, а кто-то слушает лекции. Рядом со мной сейчас Марина Трофимова, которая только что закончила свое выступление. Как вам атмосфера праздника и каково это выступать на сцене? Вы знаете, на сцене выступать всегда волнительно, где бы ты, собственно, ни находился, на каком бы фестивале или ярмарке. Поэтому, конечно, ты переживаешь, особенно выступая на большую аудиторию. Но это очень крутой опыт. С 11 утра до 5 вечера на сцене фестиваля работал лекторий. Здесь выступили более 10 спикеров – психологи, продюсеры, врачи и бьюти-мастера. Цель, ну, сделать некую такую площадку для общения, делиться каким-то опытом. Поэтому мы пригласили много спикеров, которые направлены по развитию своего бизнеса, как в Инстаграме, да? То есть обмен опытом, продаж. Мы в этом фестивале хотели объединить, в принципе, всех мамочек. Не только наше сообщество здесь участвует. Здесь есть представители других сообществ, как Moms Хор выступали на сцене. Есть участницы нежного бизнеса. В первый день в фестивале приняли участие более 28 организаций. Гости праздника смогли попробовать себя в разных ролях. Кого-то заинтересовал гончарный круг, а кого-то – украшение печенья. Хорошее настроение было и у взрослых, и у детей. Решила вот со своей семьей посетить, потому что это отличная возможность развлечься в выходной день, отдохнуть. И очень классное мероприятие. Праздник мне понравился. Я делала поделки, английский изучала, пряники делала и покушала тоже. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.